Сегодня завершился открытый чемпионат области по греко-римской борьбе. На него были специально приглашены команды из Актюбинска, Атырау, Актау и России. Чемпионат проводят для того, чтобы выявить лучших спортсменов, которые будут защищать честь области в этом виде спорта в городе Шымкент. Организатором этого соревнования выступило областное управление физической культуры и спорта. Всего в соревнованиях сегодня приняли участие 210 спортсменов. Это 8 команд в 9 весовых категориях среди молодежи и 11 весовых категорий среди юношей. Все ребята показали свои навыки и умения, которым они научились за все время занятий этим видом спорта. Молодые борцы выкладываются на 100%, ведь каждому из них хочется поехать на чемпионат в город Шымкент. Отбор уже проводят, вот сейчас смотрите, наши вроде неплохо выступают. Есть спортсмены, как говорится, от количества выводим качество, чтобы было самое. Я думаю, что на чемпионате Казахстана мы увидим наших спортсменов. Представлять Россию в этом виде спорта приехал всего один спортсмен. Такие соревнования для него не предел. Он надеется, что бороться будет не только в России и Казахстане, но и за рубежом. Соперники в Казахстане очень хорошие, сильные. Вот видим, в России чуть есть сильнее. Вообще здесь очень нравится. Ну, не как в России проходит. Здесь тишина, люди добрые. А наш спортсмен Даулет Ларионов борьбой занимается с 6 класса. Сейчас он в 8-м. Поначалу, как в принципе и всем, ему было нелегко, но со временем получалось все лучше и лучше. Принимать участие в подобных соревнованиях ему не впервой. Ездит по разным городам, получает награды и, соответственно, имеет мечту. На сборы ездим. Тренинг, да. Россия. 4 медали уже, ну, областные, золотые. Сет чемпион мира, хотя призер, чемпион Казахстана, чемпион Азии, вот такие мечты. Уже известно, что на чемпионат Казахстана поедут 20 молодых спортсменов. Чемпионат в Шымкенте пройдет с 21 по 25 февраля. Олег Великий, Манарбек Ушалиев, Евгений Старцев, телеканал ТДК-42.